Сегодня завершен первый этап избирательной кампании. ЦИК России закончил прием подписей за кандидатов в президенты страны. 10 дней уйдут на проверку подлинности списков, и уже к 10 февраля будет ясно, кто продолжит предвыборную кампанию. Четверо претендентов на высший пост подписи уже сдали ранее. Владимир Путин, который участвует в кампании как самовыдвиженец, Григорий Явлинский от «Яблока», Борис Титов от партии «Роста» и Сергей Бабурин, лидер Российского общенародного союза. Двоим выдвиженцам от парламентских партий Владимиру Жириновскому и Павлу Грудинину процедуру по закону проходить не нужно. Штаб Путина сдал подписи еще 29 января. Теперь начинается работа с избирателями. В этом кандидату помогают его доверенные лица. Вчера Владимир Путин встретился с ними в Москве. А сегодня участники встречи встретились с журналистами, чтобы рассказать о главных моментах честного диалога. Форма диалога, вот форма общения, простого, человеческого, понятного общения. И вот это она как раз располагает к тому, чтобы посмотреть на ситуацию, которая сложилась сегодня, и по итогам тех задач, которые были на предыдущем этапе выполнены, и проблемы, которые остались, и прогнозирование, и постановка задач, именно реалистичных задач, которые не пустые обещания, а именно то, что в ближайшей перспективе 100% гарантированно можно сделать. На встрече с Владимиром Путиным обсуждались ключевые задачи, которые надо решить в первую очередь. Важнейшие положения, касающиеся самых разных сфер деятельности. Они войдут в предвыборную программу кандидата. В нашей республике в поддержку Владимира Путина подписались несколько сотен тысяч избирателей. Мы хотели бы поблагодарить всех тех, кто активно обозначил свою гражданскую позицию. Мы вступаем в второй этап, который Владимир Владимирович определил как содержательный этап. Этот этап непосредственного общения с избирателями. И, конечно, наш штаб для себя наметил какие-то определенные планы действий в этом направлении. Мы будем встречаться с избирателями в трудовых коллективах, мы будем посещать образовательные учреждения. Безусловно, мы планируем определенный график поездок в сельские местности для того, чтобы непосредственно услышать вопросы от жителей республики, узнать проблемы, которые их интересуют, и, безусловно, донести до них основные положения той программы, которая намечена у нашего кандидата. С вопросами и предложениями избиратели могут обратиться в региональный общественный штаб в Чебоксарах по адресу улица Калинина, 80В. Приемные Путина будут работать и в районах республики. К тому же оставить вопросы можно на сайте.